оплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. Оперативным штабом в Туве проведено антитеррористическое учение по пресечению террористического акта на территории села Сугаксы Судхольского района. По легенде, учение условной группой неустановленных лиц в количестве 7 человек осуществлен вооруженный захват здания администрации Судхольского района. В заложниках у террористов находилось 25 человек. С учетом складывающей обстановки, руководителем оперативного штаба было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующих правового режима с привлечением силовых структур, правительства региона и администрации Судхольского района. В ходе учебных мероприятий представителями силовых ведомств совершенствовались действия по нейтрализации условных террористов, освобождению заложников, а также эвакуации населения, ликвидации последствий условного взрыва и оказания медицинской помощи пострадавшим. Подводя итоги учения, начальник управления Федеральной службы безопасности Тувы отметил, что поставленные перед участниками командно-штабного учения цели и задачи достигнуты. Вместе с тем руководитель учения определил дополнительные меры, направленные на повышение уровня взаимодействия штаба и других участников антитеррористической деятельности в условиях возникновения угроз совершения террористических актов на территории республики. За вождение без лицензии ждут крупные штрафы. С 1 марта вводится обязательное лицензирование автобусных перевозок. Об этом говорится в федеральном законе от 30 октября 2018 года. Без лицензии смогут ездить только автобусы, которые занимаются перевозками для госструктур или не выезжают на дороги общего пользования. В остальных случаях, если лицензия не будет оформлена, перевозчика ждут штрафы. Физические лица заплатят 50 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели – 100 тысяч рублей, а юридические лица – 400 тысяч рублей. В случае повторного нарушения последует уже конфискация транспортного средства или приостановка деятельности на 3 месяца. С начала марта дачников обяжут сообщать о стройке на своих участках. Владелец садового земельного участка или участка под индивидуальное жилищное строительство, который начинает возводить дом или не закончил строительство, для оформления своей постройки должен подать уведомление о начале работ в местную администрацию. Подача такого документа позволит впоследствии направить уведомление о завершении строительства и спокойно внести сведения о доме в единый государственный реестр недвижимости. Но пока действует переходный период, и человек вправе не уведомлять о начале строительства. Однако в этом случае он должен успеть закончить стройку и внести сведения в ЕГРН о своем объекте до 1 марта 2019 года. За сигаретами устроят слежку. С 1 марта текущего года вводится обязательная маркировка табачных изделий. Как уже писала российская газета, дополнительные средства идентификации позволят отслеживать оборот табачных изделий от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность их происхождения. Дозвониться до аварийно-диспетчерских служб станет легче. С 1 марта обязанности у аварийно-диспетчерских служб станет больше, что должно привести к улучшению качества их услуг. Например, по новым правилам диспетчер должен будет ответить на телефонный звонок в течение 5 минут, а если уложиться в этот срок не получилось, должен в ближайшие 10 минут сам перезвонить жильцу или оставить сообщение. Все аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения должны быть локализованы не позднее, чем через 30 минут с момента регистрации заявки, а устранены в срок не более 3 суток с даты повреждения. На ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения отводится 2 часа с момента регистрации заявки. На устранение засора мусоропровода тоже 2 часа. В преддверии 8 марта Министерство дорожно-транспортного комплекса «Тува-Автотранс» и Управление ГИБДД региона 6 марта в Кызыле проведут городской чемпионат по автомногоборью «Автоледи». У «Автоледи» появится возможность проявить свою женскую логику и доказать, что женщина за рулем – это серьезно. Данная акция проводится с целью формирования у участников дорожного движения культуры, чувства долга и личной ответственности за свое поведение в процессе дорожного движения.
уважительное отношение к действующим правилам и другое. К участию в чемпионате приглашаются женщины с водительским удостоверением категории «Б». В рамках чемпионата участники должны максимально представить уровень своего профессионализма в качестве водителя. Участницы, занявшие первое, второе и третье место с наименьшим затраченным временем, награждаются почетными грамотами и призами. Заявки на участие можно направить в адрес организатора до 5 марта. Транспортно-боевые вертолеты Ми-8, «Терминатор» и транспортные самолеты Ан-26 перебазированы на аэродром Кызыл для комплектования смешанной авиационной эскадрильи Центрального военного округа, сообщает пресс-служба ЦВО. 4 вертолета Ми-8 доставили в Кызыл с военного аэродрома под Новосибирском, 3 самолета Ан-26 из Екатеринбурга. Смешанная авиационная эскадрилья будет сформирована в пятницу, 1 марта, на аэродроме в Кызыле. Летчики будут принимать участие в тактических учениях, транспортировать военнослужащих мотострелковой бригады для выполнения учебно-боевых задач в труднодоступную горную местность. Весна не за горами. Время обновлений. В магазине «Мебельный рай» большое поступление. Новая коллекция эксклюзивной мебели от бренда «Любимый дом». Вдохни в интерьер новую жизнь. Улица Магистральная, 26, торговый центр «Арбын» и Калинина, 25. Вечер, праздник, стол, бокал, гости, песни, шум, вокал, дверь, прощание, домой, ключ, машина, ехать, стой. Водитель, помни, по статистике, за последние 10 месяцев 2018 года на территории республики совершено 103 автоаварии по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Не садись пьяным за руль. Алкоголь и автомобиль несовместимы. Цена такой ошибки – жизнь. В Тендинском районе инспекторы ГИБДД задержали водителя, перевозившего наркотическое вещество. Накануне на автодороге Кызыл-Эрзин инспекторами ДПС для проверки была остановлена автомашина марки Toyota Camry. Транспортным средством управлял житель села Бердак. Во время проверки документов и осмотра транспортного средства водитель автомашины совершил сброс комка темно-коричневого цвета с характерным запахом дикорастущей конопли. Помимо этого, 44-летний водитель был пьян. На требования сотрудников полиции мужчина отказался проходить медосвидетельствование. В отношении правонарушителя составлен протокол. Наркотическое вещество изъято и направлено на исследование. В действиях 44-летнего гражданина усматриваются признаки преступления: незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств. С 17 по 21 февраля в Финляндии прошли стажировку 15 руководителей образовательных организаций республики. Победители регионального конкурса «Лучший руководитель образовательной организации республики 2018 года». Тема стажировки – система образования Финляндии, обеспечение одинаковых возможностей для всех граждан. Партнером поездки выступила Академия просвещения. Делегация из Тувы узнала о новейших достижениях финской образовательной системы, которая считается одной из лучших в мире, и получила возможность наладить полезные деловые контакты, заявила управляющий директор Академии просвещения Татьяна Суханова. Участники стажировки познакомились с финской системой образования изнутри, побывали в ведущих учреждениях начального, основного, среднеспециального и дополнительного образования, в детских садах, гимназиях и школах, посетили училища и университеты, входящие в топ-10 в стране. Тувинский государственный театр «Кукол» и Национальный театр имени Виктора Кукола стали участниками торжественной церемонии открытия Всероссийского театрального марафона в Сибирском федеральном округе. Это масштабное культурное событие, проходящее в рамках Года театра в России. Напомним, что старт марафону был дан во Владивостоке 18 января, и теперь до конца года символ Года театра должен побывать во всех 85 регионах России, переходя от театра к театру, от одного региона к другому.
Открытие Всероссийского театрального марафона в Сибирском федеральном округе стало объединяющим событием для всех участников марафона. Это незабываемые встречи с ведущими деятелями культуры, бесценный обмен опытом, налаживание и укрепление культурных мостов, продвижение и популяризация достижений театрального искусства Сибири, мастер-классы и встречи, круглые столы в формате живого общения с выдающимися деятелями культуры и официальными лицами. Весна. Время перемен, долгожданного обновления гардероба и, конечно же, покупки дизайнерской шубки. И кто сказал, что покупка шубы – это привилегия холодных сезонов? Ведь не секрет, что с приходом солнечных дней тает не только снег, но и цены на меховые изделия. Она уже здесь. Кызыл в очередной раз посетила ярмарка дизайнерских шуб от пятигорской меховой фабрики «Ангелина Сэм». В ассортименте множество оригинальных новинок. Более 1000 моделей элитных меховых изделий из качественно выделанных шкурок норки, мутона, астрагана, нутрии, лисы, бобра. От 38 до 70 размера. И еще, не бойтесь ошибиться с фасоном. Подобрать подходящую верхнюю одежду вам всегда помогут опытные специалисты выставки. А также предложат индивидуальные скидки до 50%. Покупку можно оплатить любым удобным способом, наличным, безналичным расчетом или же приобрести в кредит или рассрочку от 3 месяцев до 3 лет. Успейте посетить меховую выставку «Ангелина Сэм» с 28 февраля по 10 марта в торговом доме ЦУМ на Тувинских Добровольцев. «Ангелина Сэм», когда роскошь доступна каждому. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. «Отличные наличные» – больше займов – больше сумма. По республике переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Местами порывы до 12 метров. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью от -22 до -24, днем от -6 до -8 градусов. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма.